It's a rusty door, then Russia. It's a crack trap, fucking 96. It's a white door, then Russia. They dancing, they dancing. This car is pushing it right now. Yeah, come on, don't stop, she got нашу программу, но для того, чтобы мы ее продолжили, мы просим опять-таки всех покинуть зону вокруг автомобиля. I will definitely be back here next year for the same show in St. Pete next year. Do y'all want to see me come back? Yeah! Do y'all want Big Dane to come back? Yeah! All right, thank y'all for coming out. You don't have to go home. But you gotta get out of here. Ah! Золотые слова. Да. It's Sunday. Next Sunday I leave. Next Sunday I'm here all week. So if you see me out walking around, you see me out, feel free to come up to me. But next Sunday morning, if you want to come out, say goodbye to me at the airport. I leave Sunday morning. Sunday in the morning. Everybody's welcome to come and say bye to me on the cameras. For TV, okay? So everybody come out next Sunday and say goodbye to Big Dane.
at the airport. Воскресенье утром. Воскресенье утром он. Через неделю воскресенье утром он уезжает, поэтому, друзья, кто хочет, пожалуйста, приходите в аэропорт попрощаться, официально попрощаться с ним на ТВ, где-то покажут вас в Калифорнии наверняка. Вот, единственное, хотел спросить, с какого аэропорта вообще, во сколько? Да нафиг, только. Биг Бен, in what time I'm here? In what time and in which airport do you live? Можно по-русски? 6 a.m. Ага, в 6 утра. Да, друзья, вам придется специально... Wait. I want everybody to put their hands together. Да, ну, он хочет всех... Подождите. Он хочет, чтобы всех... Active Air girls. The girls that work hard. Everybody put their hands together for the girls. Все поблагодарите девчонок, которые являются подружками West Coast, уже стали подружками компании West Coast, в частности, Big Dave. And then also, I want to thank all the sponsors that supported Alex and Active Air, and I want to thank all the people that worked side by side with him to make this show work. Next year is going to be bigger and better than it is this year. So y'all thought y'all seen a good show this year? Wait till what you see next year. Much bigger, much better, much more excitement, and Big Dave will be here. Друзья, он благодарит всех спонсоров, в частности, всех спонсоров, которые помогли организовать это шоу, в частности, Александра. Он проделал большущую работу, хотя бы потому, что он привез вот этого большого человека, как я говорил, на своих руках. А вот он рад вот этому сейшену, и Биг Дэн сказал, что следующий год, да, год через год, следующие два, года, три, которые он будет приезжать, это будет более насыщенно, более интересно. Все, да. А, вот у кого какие интересы, да. He's going to have a party tonight, so... Who are you going, everybody going to Big Dan House? Это такая классическая окончание комедии американской. А, все, понял. Я передам, окей. Так что Big Dan... Рад всему тому, что произошло. Благодарит спонсоров Александра и говорит, что в перспективе будет все намного интереснее. Будем развиваться, будем улучшаться. Вот такие слова вкратце. А я в свою очередь благодарю всех, кто помог мне сделать этот праздник. Всех, кто работал, всех, кто трудился и не смог посмотреть, к сожалению, этот праздник. С трибуны, что они все провели в работе и не увидели то представление.